Мне нравится, что картошка до сих пор не собирается вводить какие-то тестовые бои, там, допустим, 5 бесплатных боев на танке перед покупкой. Что дальше? Тренировочная комната с целями, чтобы можно было танк перед покупкой проверить? Невозможно, тундре, да? Да? Что, зачем такое делать? Ты сразу поймешь, что большинство волпремов говно. Да, и продажи резко упадут. А еще, если их можно будет продавать на каком-нибудь аукционе, тогда вообще хуй кто будет покупать танки у картошки. Ну, это где-то в параллельной вселенной. Ну, альтруизм, то есть логика, пускай у нас там 15-20% донатят, вместо того, чтобы донатило 60% игроков с более лояльными ценами. Так подожди, это же просто, это смех над игроками. По поводу. Когда они вводят трейд-ин, это просто вот, я говорил в самом первом ролике, что это плевок в лицо. И мне еще тогда Фотон доказывал, что я не прав, что я все перекручиваю. Ну а как нет? Вот ты покупаешь танк, ты не знаешь, что это за танк. Ты не можешь знать, что это за танк. Ты можешь только его купить. Его покупаешь, танк оказывается дерьмом, и картошка такая, ну я готова у тебя за половину суммы его забрать, если ты заплатишь еще и купишь другое говно, которое ты не знаешь, говно или не говно. И это замкнутый круг. И по сути тебя в любом случае ебут. Тебя ебут при первой покупке, тебя ебут при второй покупке, и тебя выебали тем, что ты в принципе потерял все деньги. И каждый раз, блядь, один и тот же трейдин, и тебя ебут. Бля, круговорот говна в природе. Ты про это? Нет, не совсем. Ну, опять же, нет, ну смотри. Там, смотря какие танки на трейдин, я просто не сильно вдавался, какие там танки добавляют. Но есть, но ты реально купил говнище. Ты не хочешь... Так а кто виноват в том, что ты купил говнище? Ты или то, что тебе не сказали, что ты говно? Кто-то наигрался мог на танке. Просто наигрался человек, и все. Ну хорошо, наигрался, но большинство-то ведь могут купить. Ну, у тебя танк материалы по танкам сейчас столько. Ну, это я не знаю, с покупкой машин. Ты идешь, покупаешь бэушную машину. Ну ты, блин, ты, ну подожди, какого материала? Подожди, ты купил говно, если бэушную машину. То кто в этом виноват? Ты или тот, кто тебе продал? Ну, в первую очередь, тут, ты виноват. Тут не в этом дело, ты не то сравниваешь. Не, я к тому, что материалы же полно по танкам. Ну, ты реально, ты идешь, у тебя этих гайдов. Левша, ты когда покупаешь машину, ты можешь взвод соберете посмотреть. Да, скидай приглас. Да, ну тоже... Сесть, посмотреть, проехаться. То есть ты понимаешь, нужна она тебе или нет. А здесь ты можешь только вот подойти к ней. Вот ты представляешь, ты покупаешь свой Икса 6, ты подходишь и видишь его. Но при этом ты не можешь ни потрогать, ни проверить, что но под при капот, этом, ну, что внутри. При этом ты берешь, загружаешь видосы 3-5 чуваков, которые про твой же Икс, про твой же Икс, рассказывают все минусы и плюсы. Понимаешь, но они это не то. Левша, это то же самое, что не трахать бабу, а дрочить себе хуй, смотря на ее картинку. Но вот. Это нет, не я то. К тебе, ты к тому, на себе что... не попробуешь. Нет, потому что тебе чувак, ну, а потом ты пробуешь. Он, ты, например, и чувак даже тебе говорит, хороший, все нормально, ты берешь говно. Ты такой, не, мне так не нравится. Так если этот чувак какой-нибудь Амвей. Так у тебя, поэтому у тебя есть куча разных мнений на так этот счет. Все играют по-разному. Да нет, все играют по-разному. Еще учти, что да, часть танков устаревает. Да, у тебя CDC есть... CDC в свое время, например. Это да, нормально. Ладно, я согласен. Да. В этом трейдин неплох. Поэтому мы-то говорим у тебя про новые Amway, танки. Есть у тебя Desertot. У одного одно мнение, у другого другое мнение. И так абсолютно во всем. Ну. Так это мнение, но ты сам не можешь свое мнение ну, составить понятное до того, дело, как ты пока потратишь ты не... деньги. Ну, а ты, Тигр, ты тоже, ты поездил на этом Иксе, он тебе вроде показался нормальным. Чувак, я, у меня личный пример, я купил себе Икса, я прокатился на нем, вроде нормальный, а потом копнул и вкинул в него нормальную сумму денег, чтобы привести его в нормальный порядок. Потому что поначалу... предыдущий владелец говно, да? Не, потому что за ним не следили да, как да? надо, вот да, и все. Но я, к тому... Но я его попробовал, поездил, вроде нормально, все, я же не поездил танк на возьми. Нем месяц. И потом решил, а, охеренный, вот и все. Ну, поэтому... только ты учитывай, что когда ты покупаешь своего Икса, ты можешь найти, ну, скажем так, лоха, такого же, как и ты, угу. который не посмотрел, что не в обиду, что машина не в лучшем адекватном состоянии. Состоянии. Да. да, и ты можешь ее за те же деньги продать. Ну, хорошо, ты немножко дешевле, но не в пол стоимости. Покупая Икса за 15 тысяч долларов, ты его не продаешь за 7. Ну, понятно, но ты потом, ты сравни масштабы даже элементарно. У тебя этот, сколько заморочек, чтобы тебе потом взять и продать элементарно. Тебе надо оформить машину, все. Ну, здесь... Мы к чему, Левша, это начали? В том, что в других играх конкурентов на танке можно проехаться перед его покупкой. Посмотреть, пострелять, как он едет, что он делает. А у танков есть конкуренты разве? О том, что ты не знаешь ничего, кроме World of Tanks, ты вот недавно только Sea of Thieves узнал. Армата, да,
Что еще? Ну, не знаю, я Армату давно не заходил. Но да, я так типа не мертвый. Тундра. Тот же Вортар. Ну, Тундра там же другая механика, там вообще про другую игру. Так мы не про механику с тобой говорим, мы говорим про общие фишки. Про то, что там можно проверить танк, здесь нельзя. Там, естественно, все по-другому может играться. Но мы про основу говорим, а покупку прем танков — это важная вещь. Так в том и дело, что нельзя вводить в картошки это дело, потому что пока что people хавает и готов тратить деньги, несмотря что это такое. И когда типа играется. Не будет готовы тратить, будут давать прокат. У меня это вот, когда я гайды записывал, у меня куча сообщений было. А я вот купил, мне не нравится, он говно, ты не прав. Вот видишь, у кого-то не зашло, и я говно, я не прав. А у кого-то зашло, каждый играет по-своему. Ну, понятно. Ну, поэтому я тебе говорю, здесь у тебя выкидывается танк, ты сам решаешь элементарно даже покупать, не покупать. Вот. И, Юр, материалы сейчас по танкам, ну, просто ебом, вот, серьезно. Ну, материал это не то, ну, не то материал. Ну, как... это же, вот мне это напоминает материал по танкам перед его покупкой, как вот эти дети, которые пилят обзорные игрушки. Или там, как играются игрушками другие дети. Причем этот, элементарно даже, у тебя зачастую... Чувак, у тебя там куча народу, которые делают хвалебный материал, да, необъективно. Продажные. Да, да, да. Вот смотри, если мне картошка заносит какую-то сумму или очень хорошо ко мне относится, у меня уже совершенно другое будет отношение. Я уже буду необъективен. Но на самом деле, будем честны, в рамках танков в основном хейта больше, чем хваленых, потому что у тебя даже с годами... Блять, проехал я все. Ты проверяю. Что, нормально там вообще? Нормально там, ничего, все проехал. Ну, один проехал, другой нет. Ну, давай будем честны, сколько у тебя чуваков, которые тебе говорят, вот, классный танчик и все остальное, прикольный. Ну, у тебя еще часть чуваков, которые просто не будут говорить, что танк говно откровенное. Они будут пытаться найти какие-то в нем плюсы. Ну, смотри, я все время хейтил Rival Rise. То есть я считаю, это прям для меня это прям говно вообще. Вот тут прям один из худших премов вообще, который присутствует в игре. Я его все время хейтил, говорю, Т-54 образец классный, а Rival Rise говно. И ну потом... вот ты не прав. Вот, видишь? Ну, а я потом так, между делом узнал, что, оказывается, для среднестатистического игрока Rival Rise считается хорошим премом. Потому что у него один выстрел есть, и это, он наносит урон. Вот, и у него намного лучше, да, а Т-54 образец уступает ему по всем показателям, и все, по общей статистике. Вот, и сколько надо перерыть дерьма информации и посмотреть... Нет, я к тому, что, понять, понимаешь, что вот я сижу и... такой, говорю, Rival Rise говно, пацаны, не покупайте. А чувак идет, покупает и говорит, о, Rival Rise классный. Вот все, ну, и чуваку зашло. Немножко по-другому играет. Ну, я к тому, что у тебя есть просто цифры. Вот единственные вот цифры бы по премам как получать в общем доступе, например. Я не знаю, есть они, нет? Чтобы, например, по всем танкам... Смотри, вот я захожу в один бой и на танке накидываю 5000 дамага, тупо повезло. Угу. В следующем бою я умираю. И в гайд я, естественно, запишу 5000 урона. Не-не-не, я имею в виду, смотри, цифры... Вот я не знаю, есть ли в общем доступе, вот было бы круто такие цифры получить. У тебя есть по всем премам, у тебя есть, например, там общая статистика. Столько премов, такой процент побед, столько там средний урон и все остальное. Вот это было бы, на самом деле, самое... Нормальная информация. Еще раз, какая я прослушал. Смотри, у тебя, например, купили 100 тысяч защитников. И вот у тебя информация по 100 тысяч защитникам. И так у тебя информация по всем премам. Я не знаю, есть такая информация или нет. Какая именно? Раньше была. Общая. Раньше была. Так, раньше был VB-эдикт, по-моему. Да, VB-эдикт. А сейчас нет такой? Нет, его нету. Закрыли. Там капец, сколько было инфы. Там очень там было много. Там даже тепловые карты были. Вся инфа. Вся инфа, но чувак, я, кстати, чувак не знаю, просто не зарабатывал. Он у него денег не хватило. Вот если бы, например, такую инфу получить по прям, вот это было бы круто. Вот это, видишь, один из главных показателей. Не поддержали человека, и все. Да была эта инфа, Левша, ну не в этом дело. Не, к тому, что ты сейчас можешь такую инфу найти или нет? Нет, конечно, где я ее найду? Закрыть сейчас, да? Это у человека был отдельный сайт. У человека был отдельный сайт, он, знаешь, как работал? У тебя же есть в игре досье файл такой, да? Точка досье файлик. И там содержится вся инфа о твоих боях и прочем. И там куча цифровой статистики. И для того, чтобы воспользоваться информацией сайта, тебе нужно было этот файлик загрузить. И он с миллиона этих файлов получал кучу информации. И от этого у него была дикая там база статистики. Кто на чем как играет, сколько каких танков и так далее.
В халфе бункер на кроссфайре не активировать. А, давайте прокат танков, это сливать целую огромную нишу для... Не, я за... Например, был бы прокат танков, это круто. Я наоборот за то, чтобы... Если был бы прокат танков, это классно. С середины, да-да-да. С того, что это издевательство над игроками, по сути. То есть ты не хочешь терять свою прибыль, но при этом пытаешься хоть как-то выкрутиться из ситуации. Но... Выкручиваясь из ситуации, ты тем самым еще больше себе зарабатываешь денег. То есть из-за того, что пытались выбраться, вернулись к тому же. Не совсем понял еще раз. Я же тебе объяснял, как работает трейд-ин. Ты покупаешь кактус, который не можешь проверить. При этом ты обязан сдать этот кактус, потерять на этом деньги и еще доплатить, чтобы купить другой кактус, который тоже не можешь проверить. Блин, Десон, ты реально, я не говорю, ты в какое время живешь? Во-первых, ты ничего не обязан, тебя не обязывают сдать. Ты хочешь, ты сдаешь, не хочешь, не сдаешь. Это первое. Ну, мы же не к этому. Да, не, я к тому, что да. Хочешь, не хочешь, вот, но... а к тому, что тебе не дают возможности это сделать. Может быть, ты бы и хотел купить этот танк, но это дорога в одну сторону. Ну, потому что компания зарабатывает, чувак. Ну, здесь ты с этим ничего не поделаешь. У ней, ну, потому что... Смотри, и, кстати, по поводу этих обзоров и все остальное, давай будем честны. ВГ одни из них... Вот, например, FIFA у тебя есть? Ты, насколько я знаю, вот, можешь, конечно, перепроверить эту инфу, но если есть ряд игр, где ты ее хейтишь, вот, ты, вот я, например, говорю... Да, ты, есть, есть. Тебя банят везде, все, тебя закрывают полностью. Ну, это у Sony. Вот, картошка... К этому вообще, нам-то, блядь, нет. То есть у тебя, так, например, огромное количество танковых стримеров-блогеров, которые даже лояльны. То, я говорю, тот же, я не знаю, ну, можно, например, какого-нибудь Нирью взять, который с больше он лоялен к ВГ. Он тебе берет и говорит, например, вы выкатили говно на черном рынке, пойдем ставить дизлайки там и все остальное на канал. Вот, и он тебя обтирает полностью какой-нибудь танк в говнище. Да, и... при этом этому человеку, скорее всего, можно будет легко поверить, а в тот нужный момент, когда картошечка как раз попросит этого не делать, он этого и не сделает. Да картошечка не просит. Но. Димас. Чего? Господи, батя с дедом поссорились каждый день одно и то же. Давай ты мне не будешь говорить, да? Вот мне не будешь говорить, потому что картошечка не просит этого делать. Не, может быть, у тебя с ней какие-то там отдельные взаимоотношения, и из-за того, что ты их, например, там хейтишь, может, тебя что-то просит. Может быть. Костик, тебе уважение, но, как его, было, честно, не раз уже. Вот, поэтому здесь, ну, чтобы приходила картошка и говорил, ну, не знаю, Игорь, может, к тебе опять же приходили? Да. Вот и тут не один раз. Поэтому, касаемо игру, там, прям все остальное, я говорю, тебе материал все равно ебом, просто ебом материал. Узнавай, не хочу. И при... Надо на себе пробовать все. Не, все, так это понятно, пробовать, что когда ты потестил, все. Вот ко мне зрители приходят, говорят, там выкатили такой, там такой танк выкатили, вот я гайд посмотрел, и ты посмотри, что ты будешь думать об этом? А что я могу думать, если я посмотрю только ролик? Сейчас поехали. Я пока не сыграю на нем как минимум два боя, ну а один, ну хоть что. Не, ну по-хорошему два боя тебе херня. Я ж не могу ничего о нем. Ну так это очевидно, левша. Покатать левша, боя в 10-15 хотя бы. Это же то же самое, что и гайд посмотреть. Ты-то сам не играл, ты же не можешь понимать, как ты будешь на нем играть. Получится у тебя, нет. Я вот играю на 2.7.9 раннем, и я всем говорю, это не ебическая имба. Танк имба и не контрится. А чуваки мне такие, на меня выехал 2.7.9 ранее, я его разобрал, и он пост. Да это опять, чувак, ты берешь частный пример и приводишь его вот как данность. Ты берешь статистику какую-то по 2.7.9, и тогда ты только можешь на это опираться. У тебя, например, выкатывают там 10 тысяч 2.7.9. И средний, например, показатель отметки на 2.7.9 вот такой. А на другой десятке у тебя вот такой. Значит, на этом танке сложнее играть. Почему? Потому что на нем люди играют лучше. Вот у тебя ориентир. А не то, что какой. Я тебе тоже могу сказать, я вышел с барабана на 50Б, дал 4 БК. Блядь, берите все 50Б, охеренный танк, чуваки. Вот. Нет, ну Димас, ты чего? Ну... Ты так говоришь, как будто я два боя на 2.7.9 ранним отыграл. У меня да, на нем как даже, 200 боев. Ты даже 100 как боев сыграешь, 200. Без разницы, чувак, это не показатель. Я говорю, а одного взятого человека, который катает. У тебя там проходит миллион, ну там десятки, сотни тысяч боев, к примеру. Вот это показатель. У тебя есть сколько ты... Игорь, ты просто берешь частные примеры... Так, я же не говорю про общие на этом танке. Я говорю про себя. Мое субъективное мнение, танк
имба неебическая. Его уничтожить невозможно. В моих руках очень сложно убить 279 ранний. Вот, а ты выезжаешь на какую-то Алешку на 279 ранним, который купил его, и ты его в считанные секунды разносишь. Это субъективное мнение. И ты понимаешь, если кто-то запишет видос по одному танку, ему он не понравится, кому-то он понравится. А Алешка вообще в принципе даже не поймет, что с ним делать надо. Пацаны, вот вас давно разница. Били? Вот, давно. Да давно надо попиздить левшу. Го, блядь, бокс. Слушай, ты боксом занимался? Клетки, умеешь? Давайте. Можно тогда бы и без Димас, правил. Ты занимался спортом? Да, занимался рукопашкой боксом. 3 года. А, но бля, это давно было. Иди нахуй, слышишь? Это давно было. Давай, короче, слышишь, я с пневматики с пистолетом отвечал. Подожди. Нет, смотри. Левша же сказал, что это он давно не дрочил, поэтому у него давно рукопашка была. Да, да, да. Смотри, давно занимался. Не, можно какой-нибудь типа... Блядь, ты знаешь, как, я не знаю. Значит, это, я, короче, я занимался самбо, да, ну тогда я с оружием буду, раз ты без. Можно по правилам KFC. Да, на ножках, на острых? Ну, это название чемпиона чемпиона NFC, да? Только не острые, да-да-да. Не-не, давай на острых, надо ощущения разбавить. А, там нет ни острых крылышек, пацаны, без шансов. Бля, Гидеон такой, куда я вообще попал, блядь? Да нет, почему? Я как бы в KFC боролся, я знаю. Он в этом шарит. Ты же знаешь, однажды ты целое ведро долбанул. Дима говорит, есть такой сайт. Удивляться от того, что... Так чувак... подытожим, твой материал нахуй не нужен. Не-не-не, я к тому, что... В контексте каждого отдельного игрока. Я тебе говорю, я к тебе к тому, что... То, что вот прему удается таким образом, можно долго говорить, что это плохо, можно для игроков сделать лучше, но здесь про зарабатывание денег конторы. И нехер вообще этому удивляться. Так вот правильно! Ну да. Про это я и сказал, про трейд-ин. Что это издевательство, грубо говоря. Что ты можешь ввести одну функцию, но ты как бы вводишь другую, за которую еще надо заплатить. А одну какую? Ну, одно это тест танка. Дать энное количество боев для теста танков. Временная аренда там на час, на 10 боев, на 5 боев. Вот как с камуфляжами. Есть же возможность там на 100 боев купить за сколько там? 100 тысяч кредитов вроде, да? Да-да, за кредит. Вот так же и здесь там 2-3 боя. Возможно, даже ты ничего не заработаешь на этом танке. Ну там, допустим, в минуса он постоянно уходит, вообще ничего не приносит. Возможно, ты никогда не поймешь, но ты узнаешь, что он, например, медленный для тебя. Да, ты поймешь, что он медленный, поймешь, что он не светит. Это важная вещь, но этого не происходит. И не происходит и... именно потому, что мы с тобой сейчас это и обсудили. Что это я за последние полчаса такое ощущение, да что 6-часовую лекцию послушал. Слышишь, ты должен, Россия, блядь, сказать спасибо, дебаты. Что мы поднимаем эту тему. Вот, так и смотри, чел, ты рассуждаешь с точки зрения правильно, ну как бы для игроков. То есть как бы хорошо хотелось игрокам. Ну блин, а для кого мне надо рассуждать? Да понятно дело. Подожди, что выгодно для игроков делается, алло? Вот, нет, я к тому, что а с точки зрения заработка, ну ты понимаешь, ты вот живешь в мире, и ты такой, блядь, ну вот это нечестно, это неправильно. Вот хотелось бы так. Да много чего хотелось бы в жизни по-другому, например. Вот, ну а то же самое с прем-танком. Ну потому что чуваки будут меньше зарабатывать, логично, блядь. Вот, ну, я не знаю, это... Ты понимаешь, для тебя меньше зарабатывать это, там, я не знаю, 1000 рублей. Для кого-то меньше зарабатывать это там 10 рублей. Нет, я тебе к тому, что... А для кого-то это, блин, там я, миллионы. Не, подожди, и, я, ну... тебе, вот, я тебе говорю, для конторы, например, ты говоришь, вот так вот сделать, да, я согласен, это круто, это классно. Но вот так вот, это для них, например, прибыль минус там миллионы долларов. Они такие, не, мы так делать пока не будем. Все. Ну, я тогда о чем спор у нас так получается? Я к этому тебе и говорю. Мы, блядь, мы ничего не обсуждаем, ты понимаешь? И, соответственно... Я тебе говорю, что обзоры обзорами, но это не панацея, это не помогает. Нет, я к тому... смотри, у тебя есть какая-то... То есть, блядь. У тебя из-за этого, например, прибыль падает, у тебя это не ведут. Почему? Потому что прибыль падает. Но у тебя есть какая-то альтернатива этому. И вот альтернатива, которую я тебе до этого называл. Все. У тебя не может быть. Если бы у тебя не было бы... У тебя бы вот этого не было, и альтернативы не было, все. Потому что ты, ну, ты про идеальный мир, но, к сожалению, как бы его не существует. И все. Бля, погнали и... с той стороны продавим. Стой, давай. Не, я здесь на кемпу, наверное, останусь. А, хотя нет. Вот тут рушка уже. Да там рушка, блядь, в кустах стоит, говноед. Вчера левша мне такой голосовуху. Гить, слушай, погнали завтра с Дезом вместе в танки. Вроде весело в прошлый раз получилось. Да нет, а в стриме охеренный, ну... Сегодня... А ты чудноешь, блядь? Ты чудноешь, что ты мог бы вступиться за меня как минимум? Ты слышишь, он авторитетом, да? Я со своими кармачанами, что они ему лижут? У меня... Бля,
Юра, товарищи, блядь! Я вам тут сейчас покажу, как коммунизм строить! Да. На броневичок! Ну ты что покажешь, а? Под тобой броневик сломают. На броневичок! На товарищи! Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Пошел. Еще говорит, смотри, смотри, говорит, он в Минск переехал, знаешь как? Смотри, у да, него. Да, 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 шлюха. Смотри, у него есть рука, блядь. Вон нож. Он может держать нож в руке, он убийца. Все, доказано, блядь, доказано. Смотрите, да, да, у да. него серая наш футболка. Наш суд самый гуманный. У него серая. Я бы тебя посадил нахуй и выебал в жопу еще. У него серая футболка, цвет крыс серый. Он любит серый цвет, он крыса. Доказано, да. блядь. Да, все. Да, да, да. Смотрите, у Деза есть рот, ртом можно сосать. Деза сосет член. Ты живешь в СНГ, как это и работает. Ну вот, короче. Тут нет презумпции невиновности, тут презумпция виновности. Хули ты трудился, ублюдок, тебя никто не просил этого делать. Вот и все, ты что, не знаешь? Все, на этом как бы и закончим, да. Доказательство уровня, блядь, да.